Здравствуйте, я Михаил, я работаю промышленным альпинистом, в том числе немножко занимаюсь арбористикой. И вот в августе месяце я стал владельцем вот таких вот гафт. До этого у меня были другие гафы, они были с креплениями на липучке, эти вот мне достались с креплениями на ремнях. Что я могу сказать про этот инструмент? Ну, честно, просто класс. Что хочу отметить? Ну, во-первых, они изначально просто очень красивые, и просто мне очень нравятся. Вот все вот эти вот чехольчики, все эти ремешки, все Т-пады. Вот, все очень красиво, сделано очень качественно, очень добротно прилегает. За вот полгода прошедших с августа с их использованием, ну, я смотрел всего-то навсего, наверное, 50 деревьев, но за это время вот заточка шипа даже не изменилась. Вот он как был идеально острый, так и остался. Когда я в них лазаю, вот я думаю о чем угодно, кроме того, как сидят гафы на ноге. Я их просто не замечаю. Удобно, ничто нигде не давит. Как влитые. Ремешки, ну вот сами можете видеть, вот совсем не растянуты, вот ни дырки, ничего не пострадало. Вот такие замечательные гафы, которые я могу всячески вам рекомендовать.